Всем привет! Самоизоляция, это Эльдар Шибанов, фильммейкинг порно, мой режиссерский дневник, где делюсь своими инсайтами, время работы короткометражные, полнометражные фильмы, в данный момент, например, «Сектор Гамбургер», там мы уже близимся к завершению съемочного процесса. В этот раз я поговорю о том, как может все пойти вообще почти прахом, я чуть такая маленькая смерть. Продолжаю про книги, которые могут быть вам интересны, как начинающим, продолжающим сценаристам, режиссерам, продюсерам и другим кинодеятелям. Да, и в прошлый раз это был Сид Филдс, один из самых популярных жанров у нас в Казахстане, который вот приносит много денег в кино. Эти фильмы — это комедия, или один из жанров — это комедия из двух, там, например, из которых стоят фильм, там, романтическая комедия и там приключенческая комедия. И вот очень хорошая книга «Скрытые инструменты комедии», вот, да, это Стив Каплан, очень классная книга про то, как вообще работает комедия. Там есть классные примеры из классических комедийных фильмов, сценок, стендап и прочего. Поэтому вот очень советую прочитать эту книгу, если вы собираетесь, или вы занимаетесь комедией, или собираетесь заняться комедией. Очень хорошая книга, и есть классные примеры про то, на чем учиться. Да. И так как я вот в основном сижу дома, помимо того, что я пью витаминки, я еще пью такой, это тоже витамин, я пью еще витамин D, поэтому тоже можете купить его и попивать. Мне, честно, поднимает настроение. Я вот сегодня проснулся. Конечно, вот непонятно, это или зарядка, или это витамины, или это все в комплексе, но это прям поднимает и дает повод и радость жить, радоваться жизни. И погода налаживается. Непонятно, почему батареи не включать, но ладно. Один из самых важных, таких очень ответственных профессий, ответственных департаментов на съемках — это DIT, или это человек, который сливает материал с камеры, вот сейчас все на флешке, который сливает с этих флешек на жесткие диски. И как все может пойти немного прахом? Происходит процесс. Вы снимаете там весь день или полдня, например, съемочных, оператор, техник камеры передает флеш-карту DIT, он идет к своему ноутбуку там или к компьютеру, вставляет ее в картридер и скидывает материал на 2 или на 3 жестких диска. Лучше всего, конечно, иметь 3 жестких диска. Один у вас основной, с которым вы будете потом работать, монтировать, на котором. Другой у вас будет как бы запасной. И третий — это будет вообще резерв, который вы положите где-нибудь в другом доме, в другой офисе, в такое безопасное место, что если что, у вас есть еще копия всего материала, если нужно будет восстанавливать это все. У нас это, за это отвечала Таня, одна из наших учениц в мастерской, очень ответственный, хороший человек, дизайнер. И как происходил процесс? Вот мы уже почти заканчиваем третий съемочный день, там полдня прошло, и мы снимали начало и конец фильма. Мы снимаем кадры без оператора-постановщика, на столе мы снимаем всякую еду. И как происходит процесс? Я пошел проверить, все, весь материал слит, потому что уже закончивали съемки, мы досняли эти кадры, все, беру последнюю флешку, вставляем, он сливается, этот материал, и я до этого, как все закончить, я пошел проверить, все ли файлы на месте, и открываю предпоследнюю папку, смотрю, там посмотрел, какой вес файлов, какие файлы есть, и понятно, потом открываю предпоследнюю, а там те же файлы. Получается, то же количество, тот же вес файлов, которые в предпоследней папке. И я такой, блин, что такое? А где материал за сегодняшний день? И начинаю искать. Мы начинаем ставить флешки, которые потому что там есть много запасных флешек от камеры. И мы вставляем, проверяем, и там нет материала. И вот эта флешка, которая последняя была, здесь снимали один только дубль того, как вот мы там делаем брызги соусом для титров. Я начинаю уже испытывать отчаяние. И оказывается, что вот эта флешка, которую почему-то форматнули, и она и есть та флешка, на которую был снят весь сегодняшний день. Актер улетает. Камеру нам, ну и технику нам больше не дадут. Все снято, время ушло, получается, всех уже послали, как бы актеры уже закончили 2 часа до этого, всю мою смену, я сказал спасибо, съемки окончены для них, и все, это жесть. Выяснить, что когда у вас уже снят ваш фильм, оказалось, что все, вот оно, счастье, и в конце это съемочной смены, которая хорошо шла, все были на подъеме, и в конце вот так на всем скаку об стену. Я лег и матерился
Так, наверное, никто не слышал, как я так сильно матерюсь, и съемочная группа не думала, что я могу так материться, потому что я стараюсь быть всем приветливым и добрым. Важный участник съемочной команды – это DIT, вот человек, который занимается сливом материала с камеры, за дубликаты, проверяет все ли по количеству, по весу, по всему, все файлы ли рабочие. Еще этот же человек бывает собирать черновой монтаж по вашему, ну, по сценарию или почему-то по отобранным дублям. Во время съемки вы можете проверять, что работает, что не работает, когда вы снимаете полнометражное кино. Поэтому это очень важный человек в съемочной команде. Что происходило дальше, как мы вообще выпутывались из этой ситуации, смотрите в следующей серии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!